Всем привет, ребят! Еще раз с Рождеством. У нас сегодня трэш. Я думаю, вы помните этот аккаунт Огник 2.0. Поулыбался, честно говоря, реально было смешно. В общем, поехали. Забрали плюхи. Сегодня мы тут пооткрываем итемы, которые у нас накопились, которые мы добили. Пооткрываем это все эти богатства и немножко поменяем талантики. Потому что все очень печально было, и он понял это. Охника так качать и некоторых героев просто не нужно. Находится он в гильдии Синдикат. Кидайте заявочки, вступайте. Сори, ребят. Битва гильдии, атака фортов, вторые, четвертые места. Атака фортов 12-13 по серверу, это по Москве. Итак, забрали мы рождественские плюхи. Поехали, пооткрываем, что у нас есть, чего у нас нету. Недостаточно места на складе. Это очень актуально, очень круто. Особенно, когда у тебя столько таких плюх разных. Так, окей, смотрим. Сундучки, мешки. Давайте изначально пооткрываем все эти сумки, чтобы они нам не мешались. Кубушка. Скин собрали, неплохо. Так, эти я плюхи трогать не буду, потому что они сейчас займут дофигища места. Удачные сундуки. Коробочку вытащили, неплохо. Так, чарки мы трогать тоже пока не будем. Так, открываем такие итемы. Еще удачные сундуки старенького образца. Так, окей, с этим есть, в принципе, места есть. Поехали, открываем сундуки замка. Сейчас отсюда еще дофигища карт. Посмотрим, что у нас там по героям. Плюс неплохие расходнички. Так, для прокачки героя. Ну, в принципе, здесь проблем. Здесь немножко донатный аккаунт. Проблем с ресурсами нет. Так, пятые сундуки. Вот реально, пятые, шестые сундуки. Это вообще самый кайф для прокачки аккаунта. Нормально, кстати, плюх падает. 30-30. Офигеть. Расходников, исцеление. Такс, хорошо. Видите, карт у нас 16 накопилось. Поехали посмотрим, что у него по героям. Так, фобушки не хватает. Мы тут, мы, по-моему, здесь же вытаскивали. Мы так и ничего не вытащили толком. Все, у меня вылетела ПБшка. Ну, ПБшку, в принципе, можно вытащить с карты. Посмотрим. Королева Гарпий, Фрэнк. Такс. Шаня. Расходников нормально насыпало, и книги есть. Такс, поехали по картам пошастаем. Так, отсюда можно вытащить Фрэнка. Чик, и нифига. Просто тупо не упал. Ну скажите, это нормально, сколько карт? Жесть. О, ПБшка хотя бы есть. Один ПБшка, это просто жесть. Один ПБшка со стольки карт. Раньше они просто сыпали. Ну, открыли хотя бы одного недостающего героя. Жалко, кстати, что Франка таки не вытащили. Такс. Что там у нас по кулакам? 55к кулаков, отлично. Коробок, я надеюсь, нам хватит. Немножко поменять. 129 коробок, хорошо. Ну, в принципе, плюх на аккаунте уже хватает с головой. Их нету смысла копить, я ему это говорил. Надо открывать однозначно, потому что надо очень многое качать. Так, еще эти сумки мы не открыли.
Скин на стрелка, неплохо. Ну что, у нас по скинам получилось? Так, отлично, эту собрали. Там дальше, в принципе, собраны, их только прокачивать надо будет. Хорошо. Такс. Ну, поехали смотреть веселую картину. Сейчас я посмотрю еще, что по талантам у нас есть. Так, не особо много, конечно. Суперсила. Исцеление на тыковке. Да, с рунами тут печально. Героя можно прокачать. Найдем. Наша задача здесь... Я это перекачивать, конечно, не буду, но оно бессмысленно. Тут еще многих героев скинов нету. Давайте до таких, кого более-менее проблемные. Ну, выживание на сегодня, ну, не знаю, не особо на Фрей актуально. Как по мне, что у него эмблема, ладушка. Это жестко. Так, космо нормально. Тут, в принципе, нормально. Если он на архидемоне его использует, все равно он в основном стоит в своей форме и не бьет, не атакует. На нем этот бессмысленно. Так, понятно. Анубиса будем перекачивать. Давайте будем сразу же. Так, чтобы вспомнить. Каменка нафиг не нужна. А? Гнев. Тоже нафиг не нужен. Самоуничтожение. Скинов нет. Вот в чем печаль. Замедление. Ушка. Ярс. У нас там, по-моему, кстати, тыква у него так и с исцелением не докачана. Как-то странно. Так, грубая сила. Каменка. Конечно, печаль. По талантам я хотя бы пролистаем, чтобы знать приблизительно, что где есть. Так, ожог ищем. Ронина, думаю, с ожогом, да, нормально. Значит, поехали дальше. ТУшка. Так, укротитель и химку еще. Ну, я так пока предварительно поставлю, чтобы не тратить. Ну, где химка? А, мать, и сколько здесь героев. Только химок и ни одной с ТУшкой. Ну, наверное, на архидемона просто не бегает. Это жестко. Так, с таких героев с эволюцией, кто у него есть? На талантик. Так. И дерево, каменка. Жестко, конечно, все. Даже некому ставить. Вальс. Классная тема, но опять же, для того, у кого есть уклон, для тех героев, и то не всегда оно срабатывает. Поэтому, ну, в большинстве случаев, я уже говорил, вальс, ну, просто бессмысленный. Так, ПДшка на космо есть, Афинка у него с ПДшкой, отлично. Так, с таких героев кому можно еще ПДшку поставить? Грубая сила. В принципе, тоже как вариант, но она зачастую будет убиваться, поэтому ПДшка... Для нее, особенно там, где будут отражалки, нужна. Так, ракушка. Блин, еще герои так в разброс все. Малышник утекания. Ставим пока малышу Нику. Ковор нафиг не нужен. Где огненки? Нам надо дофигища огненок на героев. Просто немерено. Так, утекание. Кания, Махатмушка и где-то. Махатма с Ревиния, вторая утекание. Ну, тогда, в принципе, нормально.
Так, еще на утекание, кто у нас таких героев хороших будет? Ну, относительно хорошие. Ринус Огненкая, отлично. Череп Корка. Скинов нету, вот это плохо. Так, Бастиончик, отлично. Бастик Фантастик. Нафиг там не надо. У него кулаки есть. Потом прокачает. Бог войны тоже. Нету смысла вообще сейчас качать. ЦУшка. Смысленно. Корка бессмысленно. ЦУшка опять. Можно просто поставить на укротитель. Если вдруг он когда-то захочет использовать. Но я думаю, мы до того времени повытаскиваем, поставим получше. Так, ремочка. Отлично. Ищем. В первую очередь Атланта. Разброс. Атлант есть. Фрея. Я убираю с Фреи. Выживание нафиг. Если у него, тем более, сейчас я найду. У маскировки нет, но есть выживание. Так. Фрея с выживанием на сегодня реально очень хорошо. Ой, говорю, с выживанием, стойкостью. Девятое выживание, ну, бессмысленно, уже говорил, бессмысленно прокачивать. Если есть любая эмблема, это будет самое то. А, так, стрелок. Кунг-фу тремочный. Стрелок, грубая сила, ну, я тут поменяю пока. Хотя бы так. Если будет огненка, тоже поменяем. Так, ракушка, лезвие, просвет. Просвет можно кому-то. Ой, блин, у него тут, конечно, просто трэш. Вот так вот делать в алтаре, это жесть. Зачем их столько? Вот я не знаю. Так, еще один просвет. Ну, может, он будет потом делать им эволюции, там еще раз сливать, но не надо открывать столько одинаковых героев. Так, оживо. Что-то реально огненки вообще сегодня нам не падают. Берс, ну нафиг не надо. Еще одна римочка, отлично. Так, с этих героев. Оживо можно будет поставить и другие варианты. Пока делаем так. Так, дальше на прокачку у него кто там каких будет следующий. Можно сюда поставить. Так, разбросик. Жива нафиг не нужна, бог войны. Блин, где огненки? Вот реально тупо огненок не хватает. Ремочка сюда, просветик сюда. Отлично. Так, ворожей нафиг отсюда убираю. Замедление ставим на укротителя пока временно. Таланты смотра лучше было бы поставить на героев, на архидемона. Так, ведьма у нас ремочная, тоже надо будет. Еще одна жива. Так, священный огонь. Вообще бессмысленная тема. Винка, винка, нормально. Так, кому еще можно священный огонь поставить?
принципе, сюда будет получше. Ракушка нафиг. Корка нафиг. Еще одна ремочка. Так, ара есть, этот есть. Малышник, Тесса, Дрейк. Рибит. Хранитель. Хранитель не побоем. Уже ставим. ЦУшка. Так, бастион. Лучше сделать так, ТУшка нафиг. А, гнев нафиг не надо. Ожог нет. Изворот. Тоже не актуально. Не актуально. В принципе, мы уже таких основных героев поменяли. Ну, с огником туда надо однозначно менять тоже что-то другое, потому что, ну, огник с оживой девятый. Ну, проще поставить там девятую оживу. Рано или поздно она будет проблемой. Толку больше будет. Так, малышник. Так, отлично, еще одна огненька у нас появилась. Ворожей есть. Землеройка, блин, но у него землеройка с вальсом. Нафиг этот вальс, реально. Землеройки огненька сейчас тащит. Такс. Вальс это уже не то. Стойкость. Чужок зайдет, скажет, блядь, что ты мне наделал на аккаунте? Но других вариантов нет. Если хочешь нормально держаться, то перед тем, как прокачивать, лучше посмотреть хоть какой-то обзор. Так, ожог нет, ТУшка нет. Каменка нет. Еще один бастион. Так, хорошо, бастик. Чисто урон, я не знаю, он вряд ли будет где-то его использовать. Таким. Так, бастион, бастион, бастион. Блин, что-то вообще не прет на коробке. Ладно, давайте до 40 добьем. Так, еще один баст поставим сюда. Реально хреновенько падает. 6 у него тут героев еще. Так. Нифига себе нам ПБшка выпал. Сразу с просветом. Так, замедление. Пока поставим на ведьму. Там надо будет либо расколы, либо таланты смотров. Менять ремка на ней особо на сегодня не актуально. Раз и два. В общем, вот так вот, ребят, немножко мы приукрасили железка. Железка на Анубисе хороша. Вместо бога войны. Вот так вот мы сделали прокачку немножко аккаунта. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, я не стал тратить все коробки, пусть еще останутся, но реально тут еще надо посливать кучу героев, их ненужных, либо сделать эволюцию, а потом уже качать. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.